в Шри-Ланке мы добрались до самой главной достопримечательности – Сигирия. В V веке нашей эры местный царь здесь основал свою резиденцию. И это замечательное место до сих пор сохранилось, люди его посещают, и мы тоже приехали. Вход сюда стоит $30, недешево, но я думаю, это того стоит. Наверное, беспрецедентные меры безопасности даже не разрешают пронести воду с этикеткой. То есть, видно, так берегут, чтобы здесь ничего не испачкали, чтобы даже этикетка не оторвалась и не полетела куда-то. Охранники ходят кругом. Все сейчас в Шри-Ланке строго, потому что недавно был теракт, когда буквально 2 дня назад, да? Вот. Но мы не побоялись, поехали, и вот сейчас мы заберемся на самую вершину. Говорят, что там интересные есть эротические картинки. Если нам позволят снять, то и вы тоже увидите. Всем привет из Шри-Ланки, Сигирия.